Так, здравствуйте. Сегодня у нас воскресенье. После обеда выглянуло солнышко, пошли погулять. Ну вот, снимаю, какая стала дорога после ремонта. В прошлом моем видео тут шли ремонтные работы. Готовы были только боковые дорожки. Вот такая дорога. Чем приметна в городе Армянске данная улица? На ней находятся магазины, две школы, два детских садика, городская библиотека, также стоматология, и жилые дома. Смотрите, дорогу аккуратно переходить будем сейчас. Да, переходим дорогу. Вот, междворовой проезд как раз немножко сделали. Идем, собственно, на дорожки новые. Когда дойдет очередь до вот этих улочек, конечно, неизвестно. Но уже большой прогресс, что есть где ходить. Такая вот дорога. Видим, действительно очень качественно сделана. Сегодня с утра был такой туманчик не слегка и очень пасмурно. Был дождик ночью. Вот сейчас небо светлое. На улице тепло. Это где-то до 10 градусов по ощущениям. Такой вот у нас Северный Крым. В Ялте сейчас, наверное, как минимум 15-20 градусов. Вот. Тихо очень сегодня, ветра нет. Хорошо. Вот это вот впереди третья школа. Там, дай ручку, Слав. Там проводят ремонт. Вернее, его уже заканчивают. Полностью систему отопления меняют в школе. Вот, тут подходим до перекрестка возле школ. Тут вот, так как садики школы сделали вообще перегородки, ограды. Сейчас мы пойдем на другую сторону, перейдем. Переходим дорогу, машина едет. Вот, вот видим, насколько все качественно, хорошо сделано. Так, тихо, аккуратно палками. Солнышко такое яркое. Зимой таких солнечных дней не очень много. Хорошо сегодня. У нас городок небольшой, но он не зависит от туристов, так как туристов здесь бывает только те, кто приезжает к родственникам отдыхать. Рядом, как я уже говорила и показывала, у нас есть залив. Есть озеро Севаш, возле Севаша есть розовое озеро, вот как считается, Кияжское есть, возле Керчи одно розовое. На самом деле такое есть еще в Поповке и возле нас.
Там действительно вода очень розового цвета, соль розовая. Такое красивое природное явление. Другая играет. Вот как видим, дорога очень ровная. Вот это вот детский садик «Ласточка». Вот это вот одна школа, третья, там дальше четвертая школа. Они прям рядом находятся. Вот так вот все сделано. У нас шиповник еще на кустах есть. Хорошо было бы его пособирать, но сыро и достаточно. Не очень-то в такую погоду собирать шиповник. Пойдем. Все уронила? Да. Вот. Это обрезка деревьев ведется. Летом они будут пушистые, красивые стоять. Тополя быстро стареют. Их нужно часто обновлять, иначе они будут обламываться и падать кому-нибудь на голову, не дай бог. Вот такие вот у нас школы. Такая улицочка вся огороженная, вся в знаках, в пешеходных переходах. Конечно, при такой дороге теперь, конечно же, люди на машинах будут быстро ездить, поэтому ограничили движение знаками. Березка. У нас березки такие растут. Вот. Это вот городская библиотека. В этом же доме есть архив, только с другой стороны городской. Сейчас возьму палку, кого-то догоню по жопке. Где дело, сегодня сильно тепло. Можно было бы их, конечно, не так не одевать тепло. Да. Это у нас зубопротезное отделение городское. Сколько идем, смотрите, какая дорога. Ни к чему не придерешься. Идеально ровненько. И с детьми можно гулять свободно, они на дорогу не выскочат. Вот это вот. Зубная поликлиника у нас городская. Такая вот у нас улица. У нас в городе имеется два крупных. Вернее, завод один, Титан крупный. Хотела сказать два. Раньше было два, сейчас один уже. В 90-х годах одно угробили предприятие «Анилин». Остался «Титан». Это бюджетообразующее предприятие на севере Крыма. Оно не в черте города, за городом находится. Поэтому как бы у нас в городе все-таки химией не пахнет. Пойдем. Птички поют, да. Ой, солнышко, такая погодка. Тихо-тихо. Тепло одело вас сегодня, да, детки? Да. Вот те дома, что в прошлом видео показывала, строятся, достраивают, вот, доделывают их, обшивают. Утеп...
утеплителем. Там вот у нас стадион детско-юношеский. Да, у нас тут коровы пасутся. Тут уже как окраина города. Травка всю зиму, пасутся они всю зиму у нас на лужайках. Вот это вот еще один детский садик Белоснежка. Вот такая дорога. Облака как цвет. Вот до конца улицы полностью так асфальтировано. Дальше мы уже с вами не пойдем, мы вернемся назад. Сегодня я свой обзор заканчиваю.